В Иванове увековечили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников пожарной службы. Яркий знак появился на недавно переименованном в улицу Огнеборцев участке улицы Шубиных. Идею поставить знак придумали и воплотили сотрудники пожарно-спасательной академии. Монумент посвящен всем погибшим в огне пожарным. По задумке авторов проекта, улица в целом, выставка специальной техники и знак должны рассказывать жителям о важности мужественной и отважной профессии пожарного. Офицеры уверены, эта часть города сможет привлечь в Иваново туристов. Как мы и обещали, когда обращались к руководству города, что мы будем эту улицу Огнеборцев благоустраивать дальше. Я думаю, уже наши горожане увидели, как изменилось, да, даже порядок просто на этой улице. Есть в дальнейшем, да, устанавливать новые объекты. Не буду пока говорить, какие, чтобы наши жители ждали, приезжали, смотрели, ну и, соответственно, благоустраивать.